Сергей Михайлович, ну, сказать, что ждали белорусы успешных выступлений на Олимпиаде в Пекине, ничего не сказать. Естественно, ждали. Ну и слава богу, все звезды сошлись правильно. И уже одна медаль у нас есть. В первую очередь, сказал бы, заслуга, конечно. Тут без сомнений. Самого спортсмена, это его упорные тренировки, это его характер, это его целеустремленность, это его правильный подход ко всем моментам. Мы видим сегодня, как он себя ведет. Молодец, Антон. Сегодня это работа тренерского состава. Сегодня это и смазка, кто занимается лыж, подготовкой лыж. Это сегодня и центр олимпийской подготовки. Это сегодня и тренеры на ранней стадии его, которые поставили на лыжах, которые ему дали возможность лыжами заниматься, которые влюбили его в этот вид спорта, которые дали ему импульс в развитии. Сегодня о многих можно. Это и родители, папа с мамой, которые его поддерживали. И сегодня их роль, несомненно, тоже очень большая в этой медали. Сегодня даже вот болельщики, которые сегодня позитивно, положительно относятся, это все практически вся страна, которая сегодня болела, переживала. Каждый внес, наверное, свою лепту вот в эту медаль. И, наверное, эту медаль вид спорта и федерация, в первую очередь, они заслуживали эту медаль. И очень важно, что сегодня это наш спортсмен, это спортсмен. Вот хотел бы заострить на этом внимание. Да. Почему? Потому что на самом деле после развала Советского Союза не только белорусская система спорта, а вообще всех постсоветских стран подвергалась такой достаточно серьезной критике. В каком плане? Что, мол, успехи, которые все еще демонстрируют спортсмены бывшего Союза, это успехи старой советской школы. А, мол, нового и не сильно-то и создавали. Наверное, это был, знаете, Юрий, да? Но был такой период. Период был, достаточно долгий. Переходный. Но это мы скажем, понимаете, у нас была система Советского Союза. Вот 90-е годы мы вот эти помним. Еще вот подготовку. Помним нашего конькобежца Игоря Железовского. Да, он из Орши, но основная подготовка была в Советском Союзе. Он готовился с тренерами в первую очередь там. И, наверное, в биатлоне где-то тоже, несмотря на то, что у нас сегодня Раубич был нашим центром, ну, Республики Беларусь. Для Советского Союза. Это был центр для Советского Союза. Конечно. И очень хороший центр. Там проводились и чемпионаты мира, и этапы кубков проводились. Много различных соревнований проходило в те времена. И, наверное, был какой-то переходный период сегодня. Но мы сегодня видим по происшествии уже 20-25 лет после этого периода, что выросла плеяда новых спортсменов. Так вот, и вопрос-то, собственно, в чем? Опять же, после вот этого периода был долгий период, когда, опять же, на нашу систему критиковали за то, что, мол, все спортсмены, которые что-то показывают, это все приезжие. Да, в основном россияне, да? Да. Но сейчас мы видим, что демонстрируют успехи ребята, которые, ну, уже никак их приезжими не назовешь. Не просто не назовешь приезжими. Месторождение, Чаус, да. Кополь, ну, это наши белорусские райцентры. Борисов, Максим Воробей, да. Борисов, Роман Ильотнов, Чаусы, Дмитрий Лазовский, Минск. Так вот вопрос, да, к вам как к министру теперь, а не как к болельщику. Мы все, безусловно, болеем за наших спортсменов. Что все-таки, что нащупали в системе? В системе подготовки, в системе организации спортивного процесса, что именно наши ребята, которые вчера еще детьми были, да, и тех самых приезжих смотрели по телевизору, сегодня уже становятся с ними в один ряд. Наверное, правильный подход в организации подготовки, от, начиная от детского спорта, может быть оперативно, своевременно, много еще не сделано. Еще много предстоит сделать, но сегодня вот выстроена система, концепция развития вида спорта, когда совместно федерация биатлона, министерство спорта и туризма, когда регионы совместно, вот ту работу, которую сегодня в этом виде спорта проводят, надо и лыжи туда же еще подтягивать необходимо, сегодня в этом виде спорта у нас еще серьезный пробел есть. А перспектив, поверьте мне, и детей талантливых достаточно в Республике Беларусь. С ними нужно работать, но эту работу надо выстроить на всех уровнях. Детский спорт, детско-юношеские спортивные школы. У нас сегодня центры биатлона, лыжных гонок Витебской области. Новополоцк, городок Витебск. В Могилевской области прекрасный, в прошлом году введен Чаусы, Полыковичи под Могилевом. В Гомельской области Гомель, на перспективе Жлобин.
в Брестской области – Баранович, в Гродненской области – Новогрудок, в Минской области – Плещеницы, Раубичи, Заячья поляна сегодня. В самом Минске сегодня, в этом году у нас впервые 5 раз у нас есть в самом городе для подготовки, для тренировки всех возрастов. Пожалуйста, Веснянка – прекрасная 5-километровая трасса, Вышелесково, Чижовка-арена, Фрунзенский район Медвежина в этом году впервые трассу закатали в таком виде, в котором она сегодня есть, и трудовые резервы Калиновского. Сегодня есть для занятий массовым спортом, сегодня есть места для занятий детским спортом, но это и сегодня... То есть получается, что в биатлоне нашли вот эту вот золотую середину, как бы, потому что, ну, всегда же есть дилемма, да, что развивать, массовый спорт или спорт высоких достижений? Оно идти должно параллельно. И массовый спорт, и спорт высоких, их как-то делить. Сегодня через массовый спорт мы в том числе мы можем проводить вот различного рода турниры. Вот сегодня мы проводим «Снежный снайпер». Вот уже на протяжении последних там 3 лет, 4 на очень высоком уровне. И это соревнования, которые по организации можно сравнивать даже с чемпионатом Республики Беларусь, наверное. И вот у нас в следующие выходные финальные соревнования. В эти выходные начало соревнований, в следующие выходные финальные соревнования вот этого снайпера снежного у нас будет проходить в Республике Беларусь. Уровень организации, отношение регионов к организации соревнований сначала своих, на своем уровне, это областные соревнования, тоже провести качество этих соревнований. Но все это влияет. Экипировка. Мы сделали очень много за последние годы, в том числе сегодня задача, которая поставлена была, телеханы реанимировать. Сегодня потихонечку это направление. Сегодня свой снегогенератор уже у нас на определенном этапе. Я думаю, что скоро мы получим. Мы сегодня, посмотрите, в этом году 1 ноября у нас в Раубичах нигде в Европе снега не было, а у нас в этом году 2-километровая трасса была организована, сделана. За счет чего? В прошлом году мы заготовили снег в Раубичах. Снег пролежал все лето. Да ладно? Да. Снег пролежал все лето под определенными технологиями. И уже в ноябре месяце мы проводили тренировочные, учебно-тренировочные сборы в Раубичах для наших спортсменов. Раньше наши спортсмены на вкатку выезжали в регионы северные, в Финляндию, Швецию, в Россию, в северные регионы. Сегодня возможность была в этом году проводить у нас уже. На ваш взгляд, ну, я понимаю, что ваш взгляд тоже немножко издалека, как и мой, все-таки мы далеко от Пекина, вот те меры, которые организаторы приняли, да, по поводу ковида, насколько они повлияли на нашу команду? В лучшую, в худшую сторону, я не знаю. Знаете, они, наверное, повлияли на все, на все команды. Вы все смотрите, что произошло сегодня. Норвежская сборная по лыжным гонкам, смотрите, на начальном этапе. Хоккей в российской команде, там, в украинской команде, я знаю, у нас лыжницы, наши две, которые отобрались, оказались, ну, не смогли поучаствовать из-за того, что в этот период заболели ковидом. Это болезнь, мы от этого не застрахованы, ни одна из команд. Это первое. Второе, ковидные вот эти ограничения, которые происходят, они же оказывают и на качество и тренировочного, и подготовительного периода. Мы не в привычных, в обычных условиях сегодня проводим эти Олимпийские игры. Ну, сегодня сложилась такая ситуация, поэтому в этой ситуации нам необходимо подстраиваться под те условия, которые сегодня организованы. Я понимаю, что китайская сторона делает все возможное и даже, может быть, невозможное для того, чтобы в первую очередь сберечь здоровье спортсменов, потому что сегодня это в первую очередь у них такая задача, чтобы там никто не заболел. Представьте, спортсмен готовился, готовился, приехал туда и там заболел. 4 года потеряно впустую получается. Ты готовился к главному старту 4-летия и по какой-то причине не можешь в этих соревнованиях участвовать. Для спортсменов это трагедия. Личная трагедия для многих из них. Поэтому мы должны это четко понимать. Даже переболевшие, вот мы смотрим сегодня на многих спортсменов, которые сегодня участвуют в соревнованиях, но он переболел, он месяц находился в состоянии болезни, и он приезжает на Олимпийские игры. Вы понимаете, какое у него функциональное физическое состояние? Чего от него можно ожидать и требовать? Мы это тоже должны понимать. Поэтому эта Олимпиада, она
особенная, она специфическая. И вот медаль, которую спортсмен завоевывает на этих соревнованиях, серебряная, она с отливом золотым, поверьте мне. Вот в этих условиях сегодня, когда вот это сегодня еще рядом находятся вот эти проблемы такого уровня, это каждая медаль, она золотая медаль. Ну, даст Бог, не последняя на этой Олимпиаде. Ну, мы не будем команды. Прогнозировать, у нас... Не надо, да, будем, не будем тихонечко говорить. Так, тихонечко, да, так да, кулачки да. держать. Давайте немножко и не только об Олимпиаде поговорим. Совершенно недавно увидел свет указ о новой форме организации спонсорской помощи. Я так понимаю, инициатором было Министерство спорта. Если можно чуть-чуть вот приоткрыть немножко ключевые моменты. Вы знаете, в принципиальном плане ничего особо не поменялось в плане организации этой помощи. Клубы как получали поддержку, они будут получать. Но сегодня, прежде чем получить эту поддержку, клуб должен разложить подетально, под что, под какие задачи, куда каждая копейка в условиях сегодняшних, куда будет она идти. Условно, на организацию мероприятия, на коммунальные платежи постатейно, на закупку инвентаря, имущества, на проведение учебно-тренировочных сборов, на заработную плату, в том числе мы постановление приняли об ограничении потолка зарплат для футболистов. Хоккеистов приняли еще раньше. Это 3 года назад была принята эта мера для хоккея сегодня. Мы смотрим, результаты в хоккее упали? Нет. Ну и не поднялись. Ну, вы знаете, появилось, зато мы сегодня увидели много молодых, перспективных, талантливых хоккеистов, которых мы могли бы в тех условиях не увидеть. Я свою позицию выскажу. У нас футбол. 160 легионеров в командах играют. 160 человек. Это сколько команд? Где наши футболисты? Где наши? Почему сборная не играет? А футболистов нет. Вот он с детского спорта идет, готовится, тренируется. Берем академию любую или футбольный клуб, детско-юношеская школа спортивная. Доходит до определенного уровня. В надежде на то, что его возьмет завтра Минская «Динамо» играть в команду, «Батэ», «Шахтер» Солигорский, или «Торпедо» Белас, «Брестом» или где-то. А его не берут. А Минская «Динамо» покупает легионер. Покупает, привозит, завозит сюда пачками этих футболистов, которые, ну, уровень, поверьте мне, он не выше, не лучше. Возможно, и он за страну выступать не будет. Мы готовим футболиста для другой страны. А где наш сегодня? И мы хотим, чтобы национальная команда, национальная сборная прогрессировала, играла, показывала результаты. Поэтому 8-1 или 8-0, которые там проигрываем мы бельгийцам и другим сборным, это результат вот этой нашей выстроенной системы. И ее необходимо, наверное, было еще раньше, лет 10 назад, а может быть и 15, то предыдущее руководство Федерации футбола должно было этот анализ глубокий сделать. И уже мы поэтому мы упустили десятилетие где-то сегодня. Нету результата. Для нас что 87-е, что 94-е место, ну оно ни на что не влияет. Но этот вопрос не сиюминутный. Этот вопрос должен... Любой системный вопрос, он не может решаться сразу, по щелчку. Да. Ну, с футболом вы так немножко рассказали, да, что ждет, ну, как минимум, ограничение зарплат. Какие-то еще перетрубации ожидают игру номер один? Мы же проводим, вот вы видите, мы вот немножко вторую лигу реформировали, порядок объединили областные чемпионаты и вторую лигу сегодня. Раз. Второе, у нас сегодня акцент мы делаем на детский спорт. Сегодня вот эти средства, которые финансово должны освободиться в результате вот этого реформирования, мы должны направить на развитие детского спорта. На создание условий детям, на проведение различного рода важно. Соревнований и так далее. Но, опять же, мой взгляд абсолютно со стороны. Я не футболист, никогда в общем, футболом не занимался, но вместе с тем, то, что говорят многие, молодежка показывает прекрасную игру, отличный результат, неплохие результаты, ладно, скажем так. Да, да? Отличных далеко. Да. Да, все классно. А, ну, во всяком случае, вселяет надежду. Как только эти ребята переходят во взрослую сборную, куда-то все пропадает. Теряется. Да, и что с ними происходит, никто не может понять. Вчера играли, сегодня как-то уже не очень. Вот
Где здесь? Есть, вот смотрите, что здесь происходит вот в этом переходе? Сейчас федерация совместно с регионами, Министерство спорта и туризма разработали концепцию развития футбола. Ну, ее как таковой не было. Сегодня есть институт национальных сборных, молодежных сборных. В концепции широко представлено, ну, там по разделам, чтобы мы понимали сегодня, это развитие детского футбола, женского футбола, подготовка тренерских кадров. Сегодня по всем направлениям мной озвученных в футболе есть проблемы, серьезные проблемы. По качеству, по организации тренировочного процесса, наличие программ подготовки, которых у нас не было. И только с этого года мы эти программы подготовки сегодня на всех уровнях, на всех возрастах организовали, сделали. Вот этот вот указ, он поспособствует тому, чтобы команды... Он упорядочит. В том числе, начиная вот с этих вот возрастов 14, 15, 16, чтобы каким-то образом система это все-таки... Она упорядочит тому, и стабилизирует. Чего хочет, да, болельщик. Потому как, ну вы же понимаете, надо потерпеть немножко. Болельщику, да, мало интересно слушать про вот эти все там детали и подробности, как организован процесс. Ну, это единицы, может быть, интересуются. Болельщик голоден до результата. Зрелище. И да, его понять красивая можно. Красивая игра. И его понять можно. Согласен. Да, вот то, что хотят люди. Люди, ну, хотят, я красивые не игры. Не просто думаю, я уверен в том, что сегодня вот эти шаги, которые сегодня принимаются совместно и правительством, и на уровне федерации, Министерством спорта и туризма, они дадут результат. Дадут, несомненно, дадут результат. Надо немножко потерпеть, подождать. Хорошо, потерпим. Это речь шла о футболе. Вторая игра, ну, не знаю, для кого-то первая. Хоккей. Но тем более сейчас зима, и, к сожалению, уже который год мы видим неудачи нашей хоккейной сборной. К сожалению. В олимпийских циклах, как минимум, да и не только. Откровенно говоря, выступает плохо, причем вот... Есть хорошие хоккеисты. Да, и я зачастую слышу вопрос, когда вот, ну, где-то в России особенно, когда люди, которые понимают в хоккее, говорят, мы не можем понять, что у вас, белорусов, происходит. Говорят, что такое? У вас такой классный набор хоккеистов, а команда не играет. Мы не понимаем, почему так. У нас появляется генерация новых хоккеистов. Вы посмотрите, сегодня вот молодежная сборная, которая выиграла чемпионат в группе «Б», вернулась в элиту мирового хоккея молодежного. Кто сегодня в первой пятерке? Представители Пельчук, Суворов, откуда они? Со Жлобина. 10 лет назад еще в Жлобине Ледового дворца не было. Возможности не было. А сегодня эти ребята уже в национальной команде, в молодежной, и на первых ролях сегодня. Сегодня Сушко, братья, которые за океаном. Откуда они? Из Бреста. В Бресте 15 лет назад тоже не было ни Ледового дворца, ничего сегодня. Сегодня создаются условия в регионах. Сегодня в Брестской области 8 дворцов ледовых, Могилевской 4 и так далее. Сегодня в Минске у нас 13 дворцов, сегодня у нас есть ледовых, где есть возможность сегодня заниматься детьми. Сегодня потихоньку мы видим, появляются наши хоккеисты. В НХЛ сегодня 3 хоккеиста в этом году играло в Национальной хоккейной лиге. Сегодня Егор Шарангович в Нью-Джерси. Сегодня Алексей Протас в Вашингтоне. Причем две передачи Александру Овечкину. Многие могут похвастаться, что сегодня четвертому бомбардиру в истории Национальной хоккейной лиги ассистировали в матчах Национальной хоккейной лиги и опаздывали там. Наш белорус Алексей Протас сегодня. Сегодня Каличонок в Аризоне стартовал. Самый молодой, до этого был Грабовский, самый молодой наш хоккеист по возрасту. Сегодня Каличонок. Сегодня еще 8 хоккеистов наших в готовности. Там находятся в различных лигах, играют. В любой момент могут быть приглашены в команды высшего дивизиона Национальной хоккейной лиги. Но этот труд кропотливый, он очень медленный. Такого представительства Национальной хоккейной лиги у нас в истории никогда не было.
И это молодые хоккеисты. Это перспектива, которые завтра будут играть в сборной. Вот в чем суть. Самое главное, чтобы эти ребята приезжали в сборную и желали, и играли в этой сборной с таким же горящим глазом, как играют в НХЛ, в КХЛ или в других чемпионатах, ну или даже в нашем чемпионате. Во всяком случае, мы в любом случае желаем успехов нашим спортсменам. Мы, как ни крути, все равно в них верим, все равно будем за них болеть. Самое главное сегодня – это акцент на уже подготовку к Парижу. Сегодня летние виды спорта, подготовку к Парижу. А в сегодняшний день, сегодня, это переживать, болеть за наших спортсменов, которые сегодня находятся в Пекине. Сегодня уже поздно нам вносить какие-то коррективы, ругать там или чего-то говорить. Сегодня надо их поддерживать любыми методами, формами, способами, для того, чтобы он показал свой результат, на который он сегодня способен. А у нас спортсменов, которые способны показать достойный результат, в стране очень много. И посмотрите, тот же биатлон, тот же фристайл, тот же конькобежный спорт. Посмотрите выступление той же Шкановой вчера в горных лыжах. По-разному можно оценить. Скептик скажет, вот 20 место, плохой результат, это не тот результат, на который мы рассчитываем, мы только за призы. Но мы страна... Ну, еще несколько лет назад нас вообще там не было. Горные лыжи, страна. Да. Где горы в Республике Беларусь? Вы подскажите, где... Логойские. Абсолютно, Логойские, Силичи, это самое. Теперь посмотрите, 88 спортсменов со всего мира приехали на эти соревнования. Первую попытку прошло 58. Тридцатка, с которой начиналось соревнование во второй попытке, до первой попытки, 30 человек. Наша Шканова в этой тридцатке. В первой попытке она 25 место занимает, во второй 11. Итоговое 20 место. Это несомненный успех, как и спортсменов, как и тренеров. Хотя это 20 место для Республики Беларусь. 20 место всего лишь. Ну, но вы знаете, я здесь соглашусь с теми, кто говорит, что в принципе попасть на Олимпиаду, просто попасть туда, это уже очень серьезный результат. Потому как слабых спортсменов там нет по определению. И если ты уже там, значит, ты уже в мировом топе. Уже как там сложится этот турнир. Пазл этот складывается из очень многих-многих маленьких составляющих, у кого-то удачно в моменте, у кого-то не очень. Да. Конечно, мы хотим, чтобы у наших спортсменов как можно удачнее все это складывалось. Что мы можем со своей стороны? Пожелать только болеть. Совершенно верно. В любом случае, будем болеть за наших белорусских спортсменов. Желаем им успехов и вам, и вашему ведомству успехов вот в той невидной, где-то рутинный, где-то скучный, наверное, даже местами работе. Но очень интересно. Но которая потом дает тот результат, когда мы все, собственно, начинаем радоваться и получать положительные эмоции от выступления наших спортсменов. Точно так, спасибо. Я даже добавить еще бы ту же Динару Алимбекову. Вот сегодня 5 место ее в индивидуальной гонке. Это ее лучший результат в карьере выступления в индивидуальных гонках. 5 место. И сказать, что она не боролась, и сказать, что она там не выложилась, ни в коем случае. Нельзя. Нет. Она молодец. Она все, что могла, сделала. Да, вот этот злосчастный, вот смотрите, магия цифр. 44 минуты, 44,4 секунды ее результат выступления. Четвертый этап, четвертый выстрел, она не попадает. Вот как-то вот, ну, чему хочешь, тому верь в этой жизни. Да, поверить чему угодно, но... Не каждый раз такое бывает. Будем надеяться, что магия цифр когда-нибудь, да. Не когда-нибудь, они способны. В ближайшее сегодня время будет и наши биатлонисты, спортсмены подошли к этой Олимпиаде в своей лучшей форме. В лучшей форме сегодня. Сегодня биатлон в этом сезоне нас объективно радует. И какой-то упрек сказать в адрес. Им сегодня надо мобилизоваться, собраться внутри, из себя сконцентрироваться и выдать то, на что они сегодня способны. Они способны на многое. Ну, я думаю, ребята и сами это знают. Так. Спасибо им за их выступление, за их труд, нелегкий труд, который, да, опять же, мы, болельщики, не видим
и зачастую просто непонимаемо, каково это, а это действительно тяжело. Но те, кто занимался спортом, тот знает. Спасибо вам за этот разговор. Вам спасибо, удачи. Спасибо.